Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 842. Дано. Нам дан четырехугольник ABCD. В нем проведены диагонали, и через точку пересечения диагонали проведена прямая, которая пересекает AB и CD в точках M и K. Через точку K проведена прямая, параллельная AB, и точка T – это точка пересечения этой прямой с BD. Тогда запишем КТ параллельно АБ. И в условии также сказано, что через точку М проведена прямая, параллельная СД. Она пересекает АС в точке Е. И запишем, что МЕ – это прямая параллельно СД. И еще проведена прямая БЕ и СТ. И нам нужно доказать, что прямая BE параллельно прямой CT. Первое, что мы сделаем, мы соединим точки E и T отрезком прямой и рассмотрим два треугольника. Треугольник BOC и треугольник EOT. В этих треугольниках угол BOC равен углу EOT, как вертикальные углы эти равны. А тогда мы можем записать отношение площадей этих треугольников, имеющих по равному углу. В соответствии с теоремой об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, площади относятся как произведение сторон, заключающих этот равный угол. То есть треугольники BOC, угол BOC заключает стороны OB и OC, значит произведение этих сторон. А в треугольнике EOT это стороны OE и OT. Ну и теперь мы рассмотрим пару других треугольников. Вот они выделены красным, эти треугольники. Это треугольник MOE и треугольник COK. Ну, прямая ME параллельно прямой CD, значит, параллельно прямой CK. А это значит, что угол M равен углу K. Ну, эти углы равны, как накрест лежащий при пересечении двух параллельных прямых секущей. Ну, раз угол M равен углу K, то есть эти два треугольника имеют по равному углу, тогда мы можем записать отношение площадей этих треугольников. Площадь треугольника MOE к площади треугольника COK будет равна. Угол М содержится между сторонами МЕ и ОМ. Значит, МЕ на ОМ умножить. А СУК, угол К, это СК и ОК. Ну, угол М равен углу К, а угол Е равен углу С, так как это тоже накрест лежащие углы при пересечении параллельных прямых. Тогда мы можем записать отношение площадей треугольника МОЕ площади треугольника СОК как угол Е – это стороны МЕ и сторона ОЕ. Так, и в треугольнике, значит, угол С содержится между сторонами СК и ОС. А вот теперь мы сравним вот эти два равенства. Левые части равенства равны, значит равны и правые части. И каждая правая часть содержит множитель МЕ на СК. А тогда мы можем приравнять ОМ к ОК равно ОЕ к ОС. И теперь третье. Рассмотрим пару других треугольников. Вот треугольники эти выделены зеленым. Треугольник BOM и треугольник KOT. BM параллельно KT по построению. Тогда в этих треугольниках угол B равен углу T, поскольку это тоже накрест лежащий углы при пересечении двух параллельных прямых секущей. И тогда мы можем записать отношение площадей. Площадь треугольника BOM, площади треугольника KOM
ОТ будет равно. Угол Б это стороны МБ и ОБ, значит, произведение этих сторон. И угол Т это стороны КТ и ОТ. Так, а угол М равен углу К по той же причине. И тогда мы можем записать отношение BOM площади BOM к площади KOT. Оно будет равно. Угол М это стороны МБ и сторона ОМ. А угол К это стороны КТ и сторона КТ и сторона ОК. И точно так же мы сравниваем вот эти два равенства. Левые части этих равенств равны, значит, равны и правые части. И мы видим, что в правых частях содержится множитель МБ на КТ. Тогда, если мы разделим на этот множитель, то тогда у нас получится, что ОБ к ОТ будет равно ОМ к ОК. И вот теперь мы сравним равенство, которое мы получили в пункте 2, и вот это равенство. Левая часть первого равенства ОМ к ОК, а это правая часть второго равенства. Тогда мы можем приравнять ОЕ к ОС равно ОБ к ОТ. Ну или ОС умножить на ОБ равно ОЕ умножить на ОТ. И вот теперь это равенство мы сравним с в первом пункте мы получили отношение площадей BOC и EOT. Получается, что OC на OB равно OE на OT. То есть в этой в пункте 1, вот, в этом равенстве, числитель равен знаменателю. А отсюда следует, что площадь треугольника BOC равна площади треугольника EOT. Итак, четвертое. Площадь треугольника BOC равна площади треугольника EOT. ОТ. А теперь мы рассмотрим пару других треугольников. Треугольник БСТ и треугольник ЕСТ. Площадь треугольника БСТ складывается из площади треугольника БОС и плюс площадь треугольника СОТ. А площадь треугольника Е СТ складывается из площади треугольника ЕОТ и плюс площадь СОТ. Тогда, если мы сравним площади БСТ и ЕСТ, площадь БС равна площадь ЕОТ, ну и площадь СТ, и тут площадь СТ. Таким образом, площадь треугольника БСТ равна площади треугольника ЕСТ. Если мы рассмотрим в качестве основания этих треугольников основание CT, то это основание будет у треугольников общее. Общее основание. Тогда площади треугольников равны, и основания у них общие. Тогда высота треугольника BCT, вот так мы запишем. Но эта высота, опущенная из вершины B на CT, равна высоте треугольника ЕСТ. Это высота, опущенная из вершины Е на прямую СТ. А раз равны высоты, равны перпендикуляры, опущенные из точек Б и Е на СТ, то это значит, что точка Б и точка Е равно удалены от прямой СТ. Но раз точки B и E равно удалены от прямой CT, то это значит, что они лежат на прямой параллельной прямой CT. То есть прямая BE параллельна прямой CT. Но это как раз то, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.